Верховный суд Чувашии вынес приговор жителю Цивильска, который в июне этого года убил 11-летнюю Анастасию Осипову. Тогда пропавшую девочку искали специальные службы и волонтеры. Спустя несколько дней ее тело обнаружили в одном из гаражей. Кроме убийства, его признали виновным в сбытии наркотиков в крупном размере и других преступлениях. Следствием и Верховным судом Чувашской Республики установлено, что 15 июня текущего года в Цивильске злоумышленник, находясь в своем гараже, употреблял наркотические средства. В этот момент он заметил проходившую мимо 11-летнюю девочку, после чего завел ее к себе в гараж, где задушил, опасаясь, что она расскажет, что видела, как он употребляет наркотики. Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, последующим ограничением свободы на 2 года. Ему также назначен штраф в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, в пользу матери убитой девочки с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей.